Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами продолжаем наблюдать за комнатным растением, которое называется эхмея. В прошлом ролике я немного о нем рассказал, что любит этот цветок. Должен исправиться вот эту вот розовую часть, я назвал бутоном. Но это вовсе не бутон, это соцветие, в котором на данном этапе и появляются бутончики. Ожидались цветы синие, но, как вы можете заметить, бутоны двух цветов, синие и красные. Вот синие бутоны немного крупнее, они были первыми, они уже почти готовы распуститься. Но, честно говоря, каких-то невероятных красот я от них не ожидаю. Эхмея настолько замечательна уже на данном этапе, что требовать от нее еще больших красот, это уже слишком. Хочу обратить ваше внимание на коричневое окончание соцветия в некоторых местах. Я думаю, это связано с тем, что эхмея располагалась на западном окне, куда после обеда попадают прямые солнечные лучи. И хотя весна, вот мы глянем с вами за окно, там лежит снежная крупа, там полегли подснежники, вчера было 15 градусов тепла, сегодня уже минус. Ну, солнце, казалось бы, не агрессивно. Но, по всей видимости, наша красавица настолько нежная, что ей хватило этого слабого весеннего солнца, чтобы травмироваться. Сейчас она располагается на северном окне, где прямых лучей вообще не бывает. Но окно достаточно светлое. И мне кажется, она ощущает себя очень комфортно. Идет обильная бурная бутонизация. Коричневых окончаний на соцветии не добавляется. Бутончики живого, свежего вида. Вот мы заглянем с вами в серединку сердцевинку эхмеи. Там выходят новые бутончики. Наверное, этим и обусловлена длительность цветения эхмеи до 9 месяцев, что старые цветы отходят, а на их смену приходят новые. Наверное, эта сердцевинка еще будет раскрываться, и оттуда будут появляться новые бутончики, которые со временем зацветут. Вот такой вот вид у нашей красавицы сейчас. Когда она более-менее обильно зацветет, я планирую снять еще ролик с демонстрацией, как она будет выглядеть в момент цветения. Ну, а на данном этапе я вам благодарен за внимание. Спасибо, что нашли время для моего ролика. Пишите свои отзывы, если что не так, или наоборот, если вам понравилось. Я вам желаю всего доброго. До свидания. До новых встреч.